Всем привет! Это колония Химибабера Брунери или Брунери. Решать вам. Он же колумбийский таракан, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Так. По количеству колоний я не знаю, сколько насчитывает, но постепенно разрастается. Вот. Изначально не приобретались, скорее подарили примерно 20-25 особей. Вот. Уже дали потомство таракашки. Сейчас покажем. Вот. В предыдущих видео, для тех, кто не смотрит или не смотрел меня, я уже показывал мелочь. Растут они не очень быстро, что меня очень радует. Потому что эти тараканы даже не на корм, а скорее по большей части в питомце только. Вот растут они медленно. Вот они. Вот они, видите, мелочь бегает уже. Кстати, подросла неплохо. Вот он, маленький. Вот он, вот он. Уже подросли прилично. Я аж даже удивлен. Ну, колония совсем маленькая, поэтому кушают они не столь много. Вот все, что насыпал, много остается. Ну, воду пьют они активно. Ну, из грунта все то же самое. Я для всех использую одинаково вермикулит. Вот. И вот такие вот куски коры. Выглядит на глаз приятно. И удобно для таракашек передвигаться. Так-с. Ну, думаю, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь. Буду очень рад,